О, согласись, этот звук приятно слышать. А хочешь вот так? VKMix.com – это мощный сервис обмена социальной активностью. Теперь лайки, репосты, подписчики в твоих соцсетях – это просто и бесплатно. Не упускай свой шанс стать популярным с VKMix.com. Для моих подписчиков бонус 200 баллов на сервере VKMix. Поспеши, всего 500 счастливчиков получат этот бонус. Ссылка на промокод будет в описании. Всем привет, друзья, с вами ТНТ Фокс. Сегодня третья часть взрыва различных пиротехнических изделий. Начнем с такого фонтана гейзер. Вот. Давайте его установим. Давайте здесь. Поджигаем. Отличный фонтан. Можно с него свистульки сейчас позапускать. Давайте возьмем. Вот, установим. Сразу две. Такое. Давайте вот такую свистульку. Вот так. Отлично. Так. Будем взрывать мощные петарды. Так, есть мощная петарда, вот такая Smoke Scream. Вот. Давайте ее поджигать. Кому понравилось, ставьте лайк. Так, дальше петарда К-22. Тоже мощь. Так, есть у меня две петарды Красар 4 с эффектом. Давайте их установим. Думаю, здесь лучше всего. Попробую две сразу поджечь. Блин, не хотят стоять. Пробуем. Так, одна упала. Давайте ее возьмем. Вот. Неровный столбик. Неудобно ставить. Отличный эффект. Что ж, давайте дальше взрывать. Так. Вот. Так, мегапиратка от Феерии П2000. Вот так.
Мош. Дальше петарда Thunder King. Друзья, хочу посоветовать вам канал Жвачка. Парень снимает очень интересные эксперименты и тому подобное. Поможем ему набрать 5000 подписчиков, и он повторит эксперимент Мамикса 100 литров колы. Ссылочка будет в описании. Дальше бросим розочку от Фиери с эффектом. Будет треск. Мощная розочка попалась. Так, давайте теперь жука на 2 взрыва. Отлично. Так, еще розочка, оса от кометы. Так, треугольник мелкий. Еще один. Так, давайте блиц маленький бросим. Так, чтобы у нас не полетел. Отличный эффект. Дальше будет следующая петарда К03. Так, давайте взорвем какую-то мощную петарду. Например, Корсар 8. Пойдемте установим. Вот здесь поджигаем. Я видел, заглушка упала. Сейчас покажу. Так, вот такое место осталось. Так вот, друзья, все спрашивают, почему я взрываю на большом расстоянии петарды. Представьте себе, вот такая заглушка вам прилетит в голову или куда-то еще. Так. Так что лучше бросайте подальше. Так, еще тут много чего осталось. Давайте повзрываем. Есть вот такая ракета. Давайте ее положим на землю и попробуем запустить. Блин, отличный эффект. Даже не ожидал. Так, у меня есть еще тут ракеты. Вот такой набор ракет. ВР-2 от Фиери. Давайте тоже так же запустим. Так, вот. Не сработал хлопок. Что ж, еще тут много чего. Вот и петарды Thunder King. Мощь, все любят мощные. Давайте повзрываем несколько. Я тоже их обожаю. Ставьте обязательно лайки за такие петарды. Буду их почаще взрывать. Давайте так договоримся. Будет 5000 лайков. Буду взрывать больше таких петард.
И давайте последнюю такую. Отлично. Так, бросим несколько корсаров вторых и будем заканчивать. Точнее, корсар третий на 2 взрыва. Что ж, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал. С вами был ТНТ Фокс. Всем пока, ждите новое видео.